На сегодняшний день передан списки очередников. То, что касается льготных категорий и конкретно участников, как я понимаю, боевых действий, их порядка более 1000 человек стоит уже на сегодняшний день в очереди. Распределение участков, резерв есть у нас, распределение участков будет в соответствии с очередью, так как порядком предусмотрено 50% на общую очередь, 25% на первоочередников и внеочередников. Так как они первые лица стали на очередь очень давно, на сегодняшний день отправлены письма в их адреса для того, чтобы они явились и рассмотрели наши предложения. Есть надежда, что со следующей сессии мы уже будем готовить на сессию вопросы первым лицам, стоящим под номерами первой в начале очереди. Пока с уведомлением письма, то есть мы месяц теряем на это. Значит, у нас есть возможность, это благодаря тому, что мы утвердили границы города, новые границы, найти возможность и принять с вами решение и по генеральному плану посмотреть такую территорию, где бы под частные домовладения, для того, чтобы мы эти все вопросы закрыли.